Go step back and then run speed. No. Stop. Слышь, он туда тебя крутит, а сюда не будет. Нормально, стоит. Да, ну и все самое. А, понятно, боковой поток. Ну ладно, это все поток. Что случилось? Hello. Здравствуйте. Время неудобно. Это не Антон, но это компания Paragliding. Квадроциклов. О, это не наш. Только парапланы. Если ваши люди хотят полетать на параплане, ну, давайте заменим шоу-бой. Просто сейчас не будет возможности. Нет возможности, прямо скажу. Нет возможности сейчас. Плохая погода. Квадроцикл нет, это не наша область. Это наша область. Нет возможности сейчас. А, тю, да. Сегодня нет возможности на квадроцикл, извините. Ну ты наша область, что на сайт не заходил и не смотрел. Да. Давайте, до связи. Так я же ни разу не видел у нас квадроцикл. Ты сразу на сайт зашел. Да я видел, есть фотки. Ну, хоть давай, раз они хватай. Были. Дим, я на телефон. Давай, держи. Держим, где, поднимай. Где возьмешься, там и держи. Кто-то расправился, да, бок тот? Все. Надо, чтобы он наверх пошел. Че, хочешь, давай принесу лопату, расчистим, побежим. А в чем? Вроде есть порывы иногда. Вон, видишь, как думает. Да, смотри,
замялся край. Нормально это? Ооо!